Авария с печальными последствиями произошла накануне недалеко от деревни Тобол-Туры на 195-м километре федеральной трассы Тюмень-Ханты-Мансийск. 40-летняя женщина на автомобиле Kia Cerato при обгоне выехала на встречную полосу, где и столкнулась с большегрузом «Мерседес». От удара легковушку отбросила и произошло столкновение с другой фурой. В ДТП погибло 2 человека. В результате дорожно-транспортного происшествия водитель и 45-летняя пассажир автомобиля Kia от полученных травм скончались на месте происшествия. В областную больницу номер 3 города Тобольска с травмами была доставлена и госпитализирована 14-летняя девочка, пассажир автомобиля Kia. Водители большегрузов в дорожно-транспортном происшествии не пострадали. По факту ДТП обстоятельства выясняются.